сделали, а еще через сутки я приехал с утра, сделал вид, что поспал, и снова поехал. И он, соответственно, ТРДП. А, понятно, ТРДП. Ну да, получается, да, так что я прикалываюсь, а? Так вы там ночуете, пиво пьете или нет? Да ё-моё, катастрофа. Я тебе завидую, да ты не белый, чёрный дай. Он когда один закончил, спасал, это крайне пассажиров. Да, ты ещё, конечно, я не пью. Ты знаешь, я пью, я пью. Нормально. А у меня же печень болит, мне все, нельзя, сказали, пиво. Мне сказали, копалу надо есть. Я говорю, копченый, говорит, нет, говорит, только, говорит, вареный. Я говорю, как, а копченый с пивом? Она говорит, нет, все, говорит, пиво. Конечно, мимо, на копченку не решает. Ну да, и это тоже все. Ну что, ребята, сейчас. По выходу один продолжает. Я комиссию запросил, а такого по какой? По выходу один продолжает. Продолжение следует...
Thank you.
Добрый день, сюда. Пожалуйста, займем вас на борту самолета. Просим вас написать указанный ваше посадочный товар на транспорте, представленный на нас, приятный. Напоминаю вам, согласно правилам безопасности полета, ваша ручная кладь должна быть расположена под вашим креслом. Окна с вашим креслом предназначены только для одежды и легких вещей. Размещать ручную кладь в аварийных отелях без прохода самолета. Благодарю за внимание. Дамы и господа, на сегодня у нас есть также подсчет пассажиров. Командир, посадка закончена, все пассажиры на борту. Так, ну что, дверь закрыта? Мы готовы, нет? Портовый контракт, расположение подключен, контроль двери напротив.
Добрый день, дамы и господа, говорит командир корабля. От имени авиакомпании «ЮТЫ» приветствуем вас на борту самолета «Боинг 137», выполняющего рейс по маршруту «Сочи», «Краснодар». Расчетное время в пути 40 минут. Командир корабля и экипаж желают вам приятного полета. Благодарю за внимание. Tow truck disconnected.
господа, мы готовы к взлету. Просим вас еще раз проверить, что ваша лицензия сделана и что вы летаете. Благодарю за внимание.
Решил.
хорошо. Который тебе 17, добрый день. А вот сколько который тебе 17? Контроль себе 117. Кого вызываешь? А, себе 17 вызывается. Нас Москва контроль к вам отправила на 124.0 согласовать того, что мы правее трассы обходим грозовую засветку. И будем еще километров 15 следовать курсом примерно 250 и потом на Ларионова велотел курс. Я позывной имею чкаловский подход, поэтому и вызывайте не контроль, а чкаловский подход. Разрешил. Видите чкаловский подход. Спасибо. Видел. Разрешил. Слышал вас. Москва контроль попросила отработать с мостиком на 124.0. Решил, прошу. А теперь 34, вы нас слышите? Вам можно передать информацию? 234, разрешил пролет моей точки. Я пока не работаю, как меня поняли? А теперь 34, понял, пролет точки разрешен. Следуем с Лобита на Ларионова, обходим грозы 30 километров правее от Тимошота. Северный транспорт, да? Подскажите, а что вы наблюдаете в моем районе? Вот где находится гроза относительно меня, если можно, привяжите. Одна гроза стояла над точкой Лобит, вторая гроза стоит очень мощный рассвет, прямо, можно сказать, на нитрассе или чуть левее. Порядка 100 километров перед Ларионова. 100 километров перед Ларионова в каком направлении относительно Ларионова? От Ларионова... Сейчас, секундочку. Разрешил. Принимаем ответ. А тебе 34-й на радиале где-то порядка 60 градусов и на удалении где-то порядка 80-100 километров от Ларионе. Ларионова. Ларионов, принял. Понял, что тут 133, 133. Ну, вообще, переключите. Включите.